Артём! Артём! Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю! Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ай, мать твою, зараза! Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Наверх. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. У тебя вон вместо теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого.
А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, конечно. Я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Что? Ох, молодец, как ты не вякнул. Слушай, слушай, что ты? Там рычаг, он рычаг. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Моя очередь отдыхать. Вали на середину. Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Слышал? Что? Нет. Зато, уродина, что ты наши гены поганишь. На! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ты на себя посмотри. Это ты лучше на пол тебя играешь. Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать! Кормить тебя еще! Тебе ж подыхать все равно! Хоть грибов бы! Хоть... А? Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Вот сволочи. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обер-шанфюрер приказал на сход. Это же трибунал. За сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот, послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму! Есть, герр обершарфюрер! Существо, которое встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Ну ты даешь, парень! Как ты его? Тише, тише! Услышал ты все! Глотай газ! Теперь точно куда смыть? Отсюда уже не возвращаются. Вы молодец! Но будьте осторожны! Если вас заметят, сразу пустят газ! К сожалению, не могу разобрать. Вот тварь! Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли! Вон кнопка на стене! Это вы! Прячемся! Давай, шлюз, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт! Фу! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так. Дальше наверняка будет охрана.
Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Но ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Минус один. Да нету там на стеллажах ничего. Глаза разуй, в коробке лежит. Молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. За мной, не останавливайся! Охрана, дорогу! Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы «Красных». Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. И оружие! Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет! Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных! Господин штурмфюрер! Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Старую деву! За мной! Сюда! Артем, скорее! Огонь не открывай! Прыгай! Прекратить огонь! А ну руки, урод! Черт! Сильно задело? Держись, Артем, держись! На, сука, получи! На землю, сука! Ищи щиток! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота поднимают! Вали! Я их вижу! Вон они! Заводись! Остановите их! Держись, оторвались! Теперь на
на театральную рвем, больше некуда. Нам удалось невозможное. Ты как там, живой вообще? Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Черт, это значит тупик! Признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро... Ну все, приехали! Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! В одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию. Что за туннель? А оттуда в полис, в штаб Ордена. Давай тут поосторожнее. Павел Рейк покажет Джордж. Дорогу. О, труба! Артём, давай сюда! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Мы крысу из вентиляции достали! Там еще могут быть! Принято! Проверяем! Черт знает, что творится! Одного взяли! А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожарный. Поставки опять пошли. Полгода не было, аж соскучился. А что, победили они этих, черных? Ну, само собой. Те же вроде вообще не люди были. Твари какие-то, нет? Уроды как есть. Кожа черная, причандалов нет вообще. Хрен знает, как размножаются. Глазищи без белков. А еще, говорят, как эта тварь тебя увидит, в глаза посмотрит, тут тебе и капут. От боли умираешь, где стоял. Брык и схопыт. Ну и правильно. Попрятались. Мы не таких тут, видать. О, а мне тут одному лет честно. По-товарищески это. Ты свеску задал, как козлу. Но он заливает на жизнь великий, что хочет жениться. Наверное, чтобы давала бесплатно. А она, дура-то эта пробита, и поверила. Прибежала на пост. Хочу типа к своему жениху. Ну и что? А то! Ничего так девка была, смазливая, все дела. Но с хвостом. С каким еще хвостом? С натурально. Вроде щенячьего. Уродка, короче.
Ее, как положено, загнали первым делом в фильтрационный пункт череп мерить. Ну, хвосты нашли. А Мишка-то? Он что, до хвоста этого не добирался, что ли? Прикинь, лошара! Вот понимаю, и гауптштурмфюрер так сказал. Опозорил, мол, рейх. Заморал, да мундир. Вот тебе, говорит, швабра. И либо ты ее сейчас этой шваброй мочишь, либо завтра с ней на виселицу. Ну, баба сразу визжать давай, мол, родники, пожалей, люблю. Ну, Мишке-то что делать? Швабру сломал, но уродку эту забил. Строгачом отделался, в общем. Вот сволочь! Под выговор тварь подвела. Промочить бы горло. Да. Патронов маловато. Что? Кто там? Так кто тут может? Показалось. Что? Что такое? Шорох. Надо нас по туннелям. Интересно, что это там? Ну какой коммуняка сюда сунется? Крысы? Грибы какие-то не может, те, конечно, что и крысы. Почудилось. Стой, кто идет! А? Что? Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Блин, Артемыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход! Крыса краснопузая! При том, чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сыросла, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! Нет! Моя мать! Шлюха! Вот! Что я требовалось? Я вижу! Какие люди! Значит, скажи маме! Мы за... Закончил там? Не искрит? Хрена лысого тут закончил! А я говорил! Нечего того с клешня было в концлагерь отправлять! От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вон поди, на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянул.
Рудольфович, ну халтурщик. Опять все накрыл. Все, все самому надо. Все, кранты, шарманки. Можно закапывать нахрен. Это? Мужик, пощади, не убивай. Бери. Опять вырубила. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Со слухом у меня порядок. Были же шаги. Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось. Ну где там смена уже? Убитый! Тревога! Красные идут! Тревога! Коммунисты! Вперед! Врага найти! Враг! Так и прятаться и может. Ничего, коммуняка. Прячься. Недолго осталось. Черт!
над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Идешь на дрейф? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, вот. А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки хамит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечник кончает. Что? Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыб. Помилуют, ага, сейчас. Комуняка! Вот он здесь! Кто? Эй, или так понравилось? Там руки стоять! Кто идет? Стоять! Кто? Ну чё, ищем суча? Ну пошли. Только может и не комиссарники это. Точно найду здесь. Прячется мутант. Значит, что же тут за мутант может шастать? Постоять спокойно не дают. Ищем! Да ничего, ну так. У тебя! Пусто! Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется!